Сенсационную находку сделали жители Пласта. Им удалось обнаружить и поймать чупакабру. В доказательство охотники готовы показать фотографии странного животного. Как вот так? У нас тоже она охотничья собака. Зверь выглядел странно, рассказывает Александр Попков. Прыгал по двору, как кенгуру, и рычал. Мужчина уверяет, сразу понял, что это чупакабра. И демонстрирует фотографии. Животное было не только агрессивным, признается Александр, но и очень сильным. Не испугалось даже двухметровой трубы. Схватил трубу, давай трубой сначала бить ее. Раз 20 ударил трубой. Ну тогда взял вот эти вот вилы. Вилами запорол ее. Вот и все. Только после этого животное удалось рассмотреть. Особенно пугающими стали зубы, длинные и тонкие, как иглы. А по поверьям, чупакабра высасывает кровь своей жертвы. Однако однозначного ответа о происхождении зверя нет. Тело животного местные жители отнесли на свалку, и оно исчезло.